Наелся как. Есть еще. Все, накушались, да? Угу, наелись. Еще. Сколько раз в день ты их кормишь? Кормить сейчас пока маленькие, надо каждые 4 часа. Постарше будут 4 часа в день. Угу. Ой, 4 раза в день. А когда еще постарше уже, так скажем, то 3 дня в день. 3 раза в день. Угу. Ну, постарше это когда сколько? Ну, месяц будет? У всех по-разному. Они начинают просто кушать, и уже они не так глотают. Они, ну, чуть-чуть поедят, а потом сами вроде еще пищат, но не едят. Угу. Это признак того, что они скоро начнут сами кушать. Сколько им сейчас приблизительно? Получается, последнему вот этому маленькому вроде 20 дней. Угу. Ой, нет, вру. Где-то 20-21 день. Крикунья, которая наелась. Девочка ненасытная. То я хочу есть, то я не хочу есть. Вот кто, наверное, папу-то мурыжил. То папа бедный тут. Уставал кормить. Такой у нас зобик там, вот такой зобик у нас. Не хочет. Ой, что-то пойдет. Да, ну ладно. Ну все, ладно. Опускай это. Это будет ополиновый пестрый. У него краска такая специфичная. Да, вроде девочка. И, да не, вы поверьте. Ой. Ну ладно, не падай. Боится упасть. Красавцы. Да. Да. Поели. А теперь надо и поспать, да? Сам младший по-тихому сидит и молчит. Да. Зернышко крутит там. Ручки. Да. Скажи, чем-нибудь ротик надо занять. Да, ты его съела? Потомчик. Тут мальчик будет. Да? Розовый рукавичка. Наверное, две девочки и мальчик. Всем пока. До новых встреч.